Всем привет, меня зовут Даниил Иванов, экватор Олимпиады близок. Про последние новости я сейчас расскажу. Снова без града голов, но снова победа, хоть и очень тяжелая. Сборная России по хоккею переиграла крепчайшую датскую команду, которая, кстати, в первой игре обыграла Чехию. Сегодняшний матч получился, если не унылым, то уж явно не зрелищным. Дания организованно выстраивала оборону, не давая нашим практически никакого пространства. Даже в большинстве россияне смотрелись не так, как хотелось бы. Но найти ключ к датским воротам все-таки удалось. Отличился Павел Карнаухов. Ну а в самой концовке матча пустые ворота поразил Кирилл Семенов. Выстраданная победа, но опять же скажу, как и после первой игры, это победа, хоть и прибавлять еще много в чем нужно. Особенно жду большего от первого звена – Гусев, Шипачев, Григоренко. Парни, пора набирать очки уже. Ну а больше всего стоит отметить нашего вратаря Ивана Федотова. Две игры на Олимпиаде, два сухаря. В целом впечатление от игры не очень. Не понравилось, что задание, которое получили игроки, не было ими выполнено. Приходилось терпеть. Дальше будет только тяжелее. Игроки это понимают. Сан Саныч Большунов. Вторая медаль на Олимпиаде у нашего лыжника. В гонке классическим ходом с раздельным стартом на дистанции 15 километров Александр выиграл серебряную награду. Перед стартом главными фаворитами этого вида были двое. Два титана. Финн Нисканен и наш Большунов. Но побороться, к сожалению, с финским лыжником не вышло, как нам всем этого хотелось бы. 23 секунды отставания на финише, но Саня хорош. Эта медаль стала шестой олимпийской наградой для Большунова и рекордной для российских лыж. Дальше больше, как говорится. Бронзу взял норвежец Йоханнес Клеба, очень неожиданно, лично для меня. Это все-таки не совсем профильный вид программы для него. Остальные наши расположились в 15 сильнейших. Алексей Червоткин занял 5 место, Илья Семиков расположился на 9 строчке, а Иван Якимушкин на 13 позиции. В биатлоне не так все радужно, как в лыжных гонках. Сегодня состоялся женский спринт. Побороться за медаль могла Кристина Резцова. Ходом она выглядела отлично, но все испортили промахи. Один на лёжке и один на стойке. И в итоге только 6-е место. Но в гонке преследования, надеюсь, Кристина сможет навязать борьбу соперницам. Отставание от 3-го места 28 секунд. Победу одержала норвежка Марта Ройсаланд. На 2-м месте с отставанием в 31 секунду финишировала шведка Эльвира Эберт. Бронзу у итальянки Доротеи Вира. Остальные наши биатлонистки заняли места ниже 10-го. Ульяна Нигматуллина 13-я с двумя промахами, Ирина Казакевич 20-я с одним, а вот Светлана Миронова лишь 47-я с тремя промахами. Ну а что же интересного в Пекине будет в выходные? В субботу не пропустите биатлон, спринт у мужчин. Лыжные гонки, женщины побегут эстафету, а это всегда очень интересно. В хоккее Россия сыграет третий матч на турнире, соперник Чехия. Ну а если вам интересен кёрлинг, то не пропустите игры наших девчонок, которые сыграют два матча с Южной Кореей и Японией. А в воскресенье в лыжных гонках пройдет мужская эстафета. В биатлоне можно будет поболеть за наших в мужской и женской гонках преследования. Мужская сборная России по кёрлингу сыграет с Италией. Ну а на этом на сегодня все. Болеем за наших. До встречи!